Добрый вечер или любое другое время суток по вашему выбору. Я тут залез на новостные ленты и выяснил, что случилось страшное. Умерла Елизавета II, королева Англии. Все в ужасе, что теперь будет, кто теперь будет следующим королем Англии и так далее и тому подобное. Ну, честно говоря, я не понимаю вот этого всплеска энтузиазма, да? Королева Англии, она кто? Давайте так, если у нас вот королевский английский дом, это такое, знаете, такое чисто для представительства такая тема, да? То королева Англии это, ну, не больше, чем, ну, я не знаю, Мэрилин Монро или что-то такое, да, вот, то есть это такое, знаете, вот, чисто представительская фигура. Ну, умерла она, ну и что, там уже готово несколько других, давно готово, причем уже много десятков лет. Готовы другие представительские фигуры, да, и так далее, и тому подобное, вот. А если королева Англии – это серьезная такая женщина, которая действительно управляла страной, да, то, соответственно, давайте почитаем Википедию. На царствование Елизаветы II выпал весьма широкий период британской мировой истории – знаменательными событиями, которыми стали распад Британской империи. То есть вот эта вот девушка, ну, если она отвечает за какие-то процессы, то она развалила Британскую империю. Ну, окей. А, вот, холодная война, да, там я от себя еще добавлю разборки с ирландцами, да, вот тут написано урегулирование длительного этнополитического конфликта в Северной Ирландии. Насколько я понимаю, длительный этнополитический конфликт, он урегулировался, ну, так, более-менее, там в конце 80-х, 90-х годах, а до этого там были немножко другие процессы, вот, учитывая, что девушка у нас при власти с 52-го года, а не с 92-го, то есть вот за это она тоже все ответственная, да, вот, и так далее, и тому подобное. Популярность британской монархии, да, Лиза, она превратила британскую монархию в такой элемент поп-культуры, даже смерть своей, как это называется, там, жена, сына, невестка, или, я не помню, вот, принцессы Дианы, да, вот этой вот девушки, как-то случайно залетевшей на этот огонек, да, умудрились превратить в элемент поп-культуры, вот, как там ее убивали, там, и так далее. Я даже книжки читал, где-то в сатирическом плане замечательно раскладывалось, и так далее, и тому подобное. То есть Елизавета II — это человек, который превратил британскую монархию в шоу-бизнес. Ну, наверное, можно сказать, с точки зрения британцев, можно сказать ей за это спасибо, потому что во всех остальных странах монархия вообще превратилась в посмешище или предмет для издевательств. А тут вот нашли такую тему, да, что у нас монархия – это шоу-бизнес. А вот в этом действительно заслуга Елизаветы II, чтобы еще такого хорошего вспомнить, расстрелы шахтеров в 80-х годах, когда там Маргарет Тэтчер зажигала. А вот, видимо, это за это тоже ответственна Елизавета II. Но если она политический деятель, если это не просто какая-то такая фигура на обложке, да. А вот еще что-то. Чем прославилась за последние 50 лет Британская империя, кроме своей замечательной истории? История там действительно замечательная. Вот. Ну и музыки, конечно. Музыка, кино, вот это вот все, да. Все-таки англичане. Я без претензий к самому великому английскому народу. Там очень много талантливых людей,
замечательный народ, я очень люблю его творчество, кино, музыка и так далее и тому подобное. Но в смысле таком вот политическом, да, вот чем они еще прославились за последние 50 лет, мне кто-нибудь сказать может. Ну, кроме того, что у них там премьер-министр был последний с самой странной прической из всех премьер-министров, ну, Борисик Джонсон, да. Вот сейчас там говорят, вообще какую-то странную девушку выбрали. Ну, я не слежу, мне, честно говоря, плевать на это все. В общем, умер у нас очередной великий человек. Вот то Горбачев, теперь Лиза. Лишаемся лучших людей. Как мы будем жить дальше, хрен его знает, без таких замечательных персонажей. Грядет конец света. Скоро Земля налетит на какую-нибудь небесную ось или еще на что-нибудь. Ребята, будьте здоровы, не умирайте. И главное, не обращайте внимания на эти медийные кампании. Потому что сейчас вообще ни на одну ленту нельзя зайти, везде умерла Елизавета II, умерла Елизавета II. Так и хочется спросить, тебя от этого холодно или жарко, от того, что она умерла? Мало ли кто где умер. Вас-то почему это беспокоит? В общем, всем добра, услышимся.